Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» приглашает стать частью команды развития Самарской области. С 11 июня жители региона могут подавать заявки на участие в пилотном кадровом проекте. Врио-губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, необходимо всем активным жителям, кто обладает опытом, компетенциями и хочет участвовать в работе по развитию области, дать такую возможность. Прием заявок будет вестись с 11 по 27 июня. По результатам проекта планируется также сформировать экспертный совет при губернаторе и экспертные рабочие группы. Заявки будут отсматриваться и систематизироваться ежедневно и в конце недели направляться в муниципалитет по направлениям деятельности. Уже там параллельно будет вестись работа непосредственно с заявителями. Администрация Красноглинского района напоминает о мерах безопасности, которые нужно соблюдать, когда на улице появляется тополиный пух. Ежегодно он становится причиной возникновения пожара в городе, поскольку легко воспламеняется и горит с большой скоростью. В июне и июле тополиный пух стелется по тротуарам и обочинам дорог. Дети нередко его поджигают. Также причиной пожара может стать брошенный окурок или спичка. Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте делать это детям. Подумайте о собственной безопасности и безопасности окружающих. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в Рио главы региона Вячеславу Федорищеву на прошлой неделе написала мама четырех детей Анастасия Рассказова. Она пригласила его на выписку сына Тимура. По словам руководителя области, несмотря на насыщенный день, он не смог не приехать. Познакомился со всей семьей и поздравил с появлением сына.